Казаками не только рождаются, но и становятся. В Уджигуте прошла торжественная церемония принятия присяги казаками. Она проходила в храме Архангела Михаила, расположенном в центре города Уджигута. Присягу приняло 9 человек. Подробности у Али Баташева. Не просто носить форму, а стать частью большого казачьего братства. Хранить верность отчизне, православию и традициям казачества. Это побуждает ребят принимать присягу. Я вступил в казачество, потому что у меня прадед служил еще при Екатерине III. И, ну, как бы так, захотелось. Сегодня я пришел принимать присягу в церковь. Это присяга, это клятва перед Богом, перед господином атаманом, перед своими братьями-казаками. Это в первую очередь, как сказать, долг перед Родиной. Я считаю уже как себя защитником Родины. Казачью историю изучать, чтобы было что передать своим детям, чтобы дети передавали это с поколения в поколение, чтобы знали историю хорошо. Чтобы потом, если у них спросят, они не приходили, а мы не знаем еще что-то, чтобы они уже были подготовлены к этому, ко всему. Настоятель храма Архангела Михаила, отец Александр, обратился к собравшимся с приветственным словом. Призвал ребят осознавать высокий смысл слов присяги, руководствоваться своей верой, быть готовым положить свою жизнь на алтарь Отечества. Самое главное, верьте и доверяйте свою жизнь Богу. С Богом идите смело. Несмотря ни на какие препятствия и лишения. После традиционного молебна был зачитан текст присяги, который повторял каждый желающий вступить в ряды казаков. Обещаюсь верой и правдой. Обещаюсь верой и правдой. Служить Отечеству. Служить Отечеству. Церкви православной. Церкви православной. И кубанскому казачеству. И кубанскому казачеству. В ходе церемонии казаки целовали крест, Евангелие и знамя. Юных казаков поздравил атаман Уджигутинского районного казачьего общества Владимир Степанов. Во-первых, дисциплинирует молодежь. Ну, это пошло с давних времен, с создания кубанского казачьего войска. Наша задача, значит, вырастить патриотов нашей Родины, которые были бы верны присяге и на войне бы рекомендовали бы себя не хуже, чем рекомендуют вот сейчас наши казаки, которые участвуют в специальной военной операции. С начала года в Уджигутинском районе присягу приняли 30 человек. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Уджигутинский район.